Ребята, всем привет! Вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще этого не делал. Я вас сегодня приглашаю в интереснейший выпуск. Я думаю, как вы поняли по превьюхе, мы с вами отправляемся гулять по центру Сочи. Передо мной находится здание Зимнего театра. По ту сторону находится Приморский пляж. И мы сегодня будем с вами гулять по приморским пляжам. Такой большой получается длинный пляж. Это самый центр Сочи. Короче, сегодня утром я делал съемку в Адлере в Эмеретинке, набережная, пляжи показал. Дело в том, что сегодня, 1 мая, открывается большинство пляжей Сочи официально, пляжный сезон открыт. Посмотрите, что творилось в Эмеретинке в этот день. А сегодня после обеда я примчал сюда. Но смотрите вы чуть задержкой, потому что нужно смонтировать и выпустить для вас этот видеоролик. Тот я успел, этот выходит, получается, 2-го только числа. Ну и ладно, посмотрите обстановку. Значит, давайте начинать, погнали. Я просто попал на какую-то парковку, здесь вот так вот люди паркуются. Гостиница или что это, пансионат «Жемчужина». Вот такое вот здание, ребята, Зимнего театра. Классная локация. Большой-большой приморский парк, он же сквер. Здесь также есть вывеска «Восточный квартал». И мы сейчас туда с вами углубляемся и начинаем с вами выпуск. Выпуск будет 100% насыщенный, вы увидите здесь атмосферу, она, мягко сказать, бомбическая. Так, ребята, чтобы спуститься нам к пляжу, нам нужно сейчас будет преодолеть множество ступенек, которые не предусмотрены для детей с колясками. Сейчас я вам все покажу. Вот они, кстати, уже начинаются. Туда дорога уходит вниз, курортный проспект, вот как раз дорога, да, в сторону Адлера городская. И вот начинают ступеньки. Есть один пандус для колясок, но на этом история заканчивается. Так, вот смотрите, ступенек очень много, перепад высоты, в принципе, достаточно большой. Вот так вам покажу. Вон оно море, и мы идем туда. Пройдемся по набережной, покажу вам пляжи, дойдем до морского порта, и вы оцените обстановку. 1 мая, вот так вот. Подготовили у нас все к сезону, подготовились, не доготовились. Забегая вперед, скажу, что никто не успел. Слишком долго вынашивали эту идею, мол, типа, давайте откроем 1 мая. Ходил сначала просто такой слух, а потом взяли по щелчку, сказали, да, 1 мая будет сезон. И никто не успел. Видите, сколько ступенек? Нету для колясок, поэтому я пока сюда поднимался, видел, как мамки мучаются. Поэтому будьте готовы, кто там оставит машину. Нужно будет преодолеть такой небольшой спуск. Ну, для меня небольшой. И для тех, кто просто идет. А если с детворой, с колясочкой, то большой. Ну, а дальше уже вот пошла такая более-менее лайтовая, да, такой просто плавный спуск, по которому можно съезжать. Фу, я же запыхался. И мы с вами попадаем на набережную. Все, если вы готовы, ставьте лайк. И погнали. И самое главное, в этом выпуске вы сейчас получите ответ на ваш вопрос, который задаете мне очень много. А как обстановка, связанная с этим вирусом? Сейчас все увидите. Мы попадаем на набережную. Здесь сразу нас встречает огромное количество людей. Рестораны, живая музыка, теплая погода и очень крутая туристическая атмосфера. Вот так вот, так, поют. В общем, погода сегодня отличная. Единственный минус сегодняшней погоды — это то, что ветер прохладный, прям северный. Но нас это никогда не остановит. Мы всегда будем снимать, гулять, неважно какой ветер. Даже дрон я запустил, несмотря на то, что здесь воинская часть. И чуть-чуть у меня удалось полетать. Рестораны с прекрасным видом на море, на непрекрасные пляжи центрального Сочи. По мне так лучше дикие пляжи, чем вот они вот такие подушатанные. Сейчас подойдем вам, покажу сверху, как это выглядит. Вид, да? Здесь пока не наполненный бассейн, видите, здесь не открылось.
ничего, но думаю, в ближайшее время все заработает. Так, здесь сразу можно купить себе какой-нибудь тур, отправиться на экскурсию. И еще один ресторан, пляж. Здесь он, кстати, так неплохо обустроен. Есть такие чилаут-зоны, на которых можно взять, наверное, что-то в аренду и посидеть. А, это столики от кафе. Так, людей очень и очень много. Здесь еще не так много, но там дальше, ближе к центру, к морскому вокзалу. Сами все увидите, посмотрите. Видите, здесь пляж, давайте подойду вот так вот. Есть настилы, завезли лежаки, вот, собственно, как и в Эмеритинке. Все как бы готово, но еще не совсем запущено. Даже на него навес еще не приделали. Гляньте, сколько рыбаков. Если вы приезжаете с удочкой, вперед на волнорезы. Каждый волнорез забит рыбаками. Смотрите, сколько людей. Заработали абсолютно все туристические палатки. 1 мая, кстати, всех с праздником, я забыл, да, сказать. Вот такие здесь спуски. Тоже, кто с колясками, будет чуть проблематично спускаться. Ну, ничего, я думаю, да, так взяли колясочку, либо обязательно кто-то поможет. Так, если бьет ветер в микрофон, то извиняйте, потому что ветер сегодня действительно у нас сильный, прям продувает и сдувает. Именно поэтому я в кофте и в шортах. Но многие гуляют в футболках, в принципе. Многим не принципиально. Видите, даже не можем пройти, потому что очень много людей. Пройдем с вами на волнорез. Покажу вам вот этот пляж со стороны. Они, по-моему, никак не называются. Они все называются типа Приморский. И все. Вот такая атмосфера. Я пока хожу, никого не заметил, чтобы кто-то купался. Но зато вот тут вот устраняют вот такие последствия. Молодцы. Это здорово, что поставили арматурины. Поставили арматурины и хотя бы их красят. Рыбаки, да, я уже сказал, что они везде. И почему мы не будем сегодня купаться? Потому что вообще в центральном Сочи купаться я не люблю. И я думаю, что местные точно это не делают. Посмотрите, как грязно. В мусорке можно найти, по-моему, здесь все что угодно. От природных медуз до личной гигиены даже. Печально очень. Возвращаются катера, которые приглашают всех на прогулку в морском порту. Мы сейчас тоже с вами дойдем, посмотрите, насколько много этих зазывал. Их очень много. Они прям даже в какой-то момент начинают очень сильно раздражать своими. Давайте прокатимся через каждый метр. Короче, вы сейчас все увидите. Возвращаемся с вами на набережную. Вот, кстати, топовое место. Это медийное место. Тут всегда большая очередь. Люди просто покупают так вот мидии и сидят, кушают просто килограммами. Причем очереди просто с двух сторон, непонятно даже, наверное, в какую сторону входить. Я мидии вообще терпеть не могу, Настенька их очень любит и тоже хочет как-то попасть в это место. Мы, кстати, сегодня приехали все вместе, но учитывая, что очень много народу, придется идти мне очень быстро, поэтому они остались на пляже, а я погнал для вас показывать центр Сочи. Здесь установили вот такие лавочки, да, ну, чтобы вы понимали, о какой-то дистанции здесь даже речи вообще не ведется. Здесь все на лайте, на расслабоне. Единственное, что персонал каких-то заведений, конечно, они ходят в маске, ну, так, на этом, ну, типа на подбородке. Ну, знаете, да, как это обычно бывает. Давайте посмотрим вот этот пляж. Так, это тоже все Приморский, никаких обозначений других не имеет. Здесь, значит, можете видеть, что что-то строится. Вот пока сколько мы идем, ни один пляж не готов функционировать, как положено, в принципе, в летние месяца. Oh,
проходе дальше, вот сюда можно по лестнице подняться и попасть как раз в тот Приморский парк, да, где мы с вами начинали выпуск. Вот. Здесь тоже уходит сезон, такой интересный фудкорт, бар и ресторан. Можно прям, кстати, даже тут купить, а можно зайти вовнутрь, посидеть. Даже по ценам, вот можете посмотреть. Вот, если вам видно, поставьте на паузу, да, ознакомьтесь. Туалет, кстати, есть, 30 рублей. Ура! Самое основное, что заработало, это туалеты. Все они здесь почти по 30 рублей. Ну, из лайфхаков, я думаю, вы знаете, можете зайти либо тут в KFC прям в центре, либо в Макдональдс, если не хочется вам платить. Вот. Идут ремонт. Что я из нового увидел, то что вот тут, смотрите, делают детскую площадку. Она прям будет достаточно интересная. Гляньте, как она вот будет выглядеть. Теневая зона для деток будет, конечно, круто. Будет очень здорово, если она будет вообще бесплатная для детей. Ну и даже если будет какая-то символическая плата, где будет какой-нибудь аниматор, например, да, то почему бы нет? Можно, конечно, заплатить, если вы будете просто на пляже отдыхать, а детки там побегают. Так, вот так вот, видите, через людей просто приходится порываться. А здесь уже, вот, пляж, здесь уже даже установили бунгалы. Можете заметить, видите? Но опять-таки оцеплено все лентой, чтобы люди пока не заходили. То есть 1 мая, как говорили, все заработает, пока ничего. По крайней мере, вы митинги, посмотрите выпуск, там спасатели уже все приоделись в свои классические футболки с надписью «Спасатели», и они уже готовы спасать. Есть уже лодки, а тут пока так. Бутики, вот это, видимо, какой-то отельчик. Кто отдыхал в этом отеле, напишите в комментариях, как здесь, как сервис, как общежить на набережной, когда тут столько людей. Ну, то есть, я не знаю. И Меритинка все-таки, она уже, да, наверное, точно в половину. Плюс есть велодорожка. И, я не знаю, мне кажется, не так сильно ощущается поток людей, как, например, вот именно в центральном Сочи. Вот тут пляж. Посмотрите, как его делают красиво. Красят в белый такой, белый цвет морской волны. Смотрится очень и очень интересно. Навес, видимо, какой-то типа мини-сцены это будет. И, соответственно, установили зонтики. Да. Так, проходим дальше. Очень сложно, слушайте, снимать в такой атмосфере, когда просто со всех сторон тебя где-то еще руку поддевают, потому что, ну, вот прям идет действительно толпучка. Не совсем даже приятно гулять. Но в целом, конечно, когда приезжаешь в отпуск, то норм. Вот я просто сейчас просочился между двух компаний. А вот тут, посмотрите, какой пляж. Там есть, значит, от ресторана вот эти все зонтики, это все как столики. Вот, и люди, получается, вот тут вот можно сидеть, да, вот как все ребята сидят. А можно прямо на пляж спуститься. Ой-ой-ой-ой-ой, гляньте, что творится. Можно вот тут прям посидеть. Можно на пляже под зонтиком, если место достанется. Так, ну и все, классический пляжный вид уже у людей. Началось. Видите, это вот сколько мы идем, везде вот эти души, кабинки, все символика и Приморский пляж. То есть они, видимо, никак не делятся, весь полностью просто Приморский пляж. Так, дальше попадаем в такой, да, туристический прям проход, это можно назвать. Справа магазины, слева какие-то магазины. Есть туалет, запоминайте. Так. И есть кафе «Каравелла» с детской площадкой. Да, я стараюсь всегда обращать внимание на места, где есть место для деток, как мы тоже родители. А тут вот то, что я тоже ходил здесь, показывал, здесь все было закрыто, здесь велась реконструкция, строят такой, ну, мне кажется, пляж по евростандартам. Конечно, на баннере все это выглядело поинтересней, но, короче, пока так. Я не знаю, успеют ли они до июня все это сделать. Pullman Mercury, как-то так это называется. Да. Ну, на картинке просто выглядело прям как-то круто. Там что-то и басики они рисовали. Может быть, и сделают они какие-то
бассейны-лужи. Но вот пока ничего. Ой-ой-ой, как много людей. Так, есть, смотрите, лаунж-бар, пирс, ресторан. То есть вот берете и туда как бы уходите, он уходит полностью в море. И дальше продолжается набережная. Сейчас мы с вами пойдем по пляжам. Хочу вам показать зону. Там вы все поняли. Там просто купец. Просто купец. Так, уходим с вами вот сюда. Здесь площадка. Я тогда ходил, говорил, надеюсь, здесь покрасят. Здесь часть покрасили, часть еще пока не покрасили. Мне вообще тут эта локация чем нравится, тем, что тут можно арендовать вот тут вот квартирки с шикарнейшим видом. Но единственный момент в том, что спускаться придется на море вот по столько лесенок, а потом, когда вы накупались, еще и подниматься. Да. Вот такая здесь атмосфера. Вот в Америтинке такого нет. Видите, что-то танцуют там туда-сюда. Ну круто же. Смотрите, праздник. Просто праздник. 1 мая. Открываются пляжи, которые не успели. Но в целом здорово. И люди все кайфуют, конечно. Классно же. Кто-то просто приехал на майские. Красота. Так, сейчас начнем, значит, спускаться на пляж. Хочу вам показать еще немножко вид с волнореза, да, сюда тоже сделали так не о культуре, правда, перед сезоном, но ничего страшного. Гляньте, сколько медуз. И буйки так близко стоят, видимо, сразу и глубина здесь, вот этот, как он, хотел сказать, пламя-гаситель. Волнорез, но в море мусорка, ужасно смотрится. Пляж смотрится вот так вот, у нас уже виднеется сам порт, Олимпийские кольца. Сам морской вокзал. Пойдемте туда. Здесь вот, видимо, оставляют так коляски, потому что с коляской проблематично будет спускаться. Сейчас сами увидите. Пандусов никаких не предусмотрено на этих пляжах. Нормально. Да, спрыгивать высоко тут. Вот такая забота о туристах. Не смогли даже сделать чуть-чуть пониже ступеньку. Ну, с детьми действительно будет как-то не вау. И я вот единственное, что не знаю, здесь такая галька, вот как в Америтинке. По ней ходить очень неудобно. И вот я думаю, неужели она тоже завозная? Еще она очень грязная, очень пыльная. Я не знаю, может, здесь работала техника, но в целом вот она сейчас пока что грязная. Да, как я сказал ранее, купаться мы сегодня не будем. Во-первых, холодный ветер. А во-вторых, возле порта, ну, это точно не моя фишка. Вот, не хочу даже залазить, даже ноги мочить. Так, здесь тоже, видите, нет никакого подъема. Здесь просто такой насыпь из гальки. Снова по-прежнему рыбаки. Опа! Попадаем на волнорез. Видите, вот здесь спасательные вышки, но пока тут нету никого. А вот за забором ведется продолжение, получается, пляжа, который строят по таким европейским нормам. Здесь, конечно, был какой-то и аквапарк, и горки, в итоге все убрали, и все делают заново. Я не знаю, успеют ли они до 1 июня хотя бы. Хрен его знает. И вот, видите, еще один такой очень-очень крутой спуск. Ну, такие, типа, знаете, не ни хрена не Бэби-Бич. Пляж не для детишек, в общем, кто не понял, да? Такая вот обстановка. Даже теневые навесы еще не сделали. Я не знаю, возможно, центральные пляжи заработают официально только с 1 июня. Но как я читал, я об этом тоже писал и в Инстаграме писал, что вообще должны большинство пляжей, также и центральные, открыться 1 числа. И здесь снова нет никакой лесенки, чтобы подняться. Нужно будет вот так вот сейчас, ну, вместе с вами, вот так вот. Оп. Вот, и поднялись. А на этом пляже, можно заметить, есть такой даже небольшой песочек, его немножко. Но, тем не менее, видите, вот
техника работает. И опять крутой спуск, еще какой-то кривой он. Ну да ладно. Так, о, я даже своих вижу. Я же вам говорил, что мы вместе. Сейчас дойдем. Дойдем, поздороваемся. И пойдем дальше. Вон мои тоже на пляжике пока отдыхают, пока я хожу для вас все обозреваю. Ну а в комментариях напишите, кто любит отдыхать на этих пляжах, на центральных, и кто вообще летом уже хочет приехать сюда. Вот мои сидят. Настенька, все нормально? Настя? Что, продолжаем дальше. И здесь, на этом же пляже, где мы отдыхают, есть школа сапбординга. Здесь вот можно у них арендовать, покататься, когда штиль и вот такой вот подъем. Так, мы попадаем с вами на следующий пляж. Это получается он прям первый от морского порта. Здесь, естественно, больше всего людей, потому что, ну, кто захочет перепрыгивать все эти волнорезы, да, по вот этим непонятным лестницам, поэтому люди сюда доходят и на этом все. Здесь я всегда, когда бываю, мне нравится вот эта вот всегда фраза: если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Вот, запомните эту фразу, вдумайтесь, короче, в нее. Так, мы с вами сейчас начинаем идти уже к площади морского вокзала. Людей здесь будет тоже много. Видите, здесь никакая реконструкция не проходила. Здесь вот всегда вот так вот, всегда вот такая печальная картина. Волной разбило, разбивает, и никто ничего не исправляет. Так, но здесь зато интересная, так сказать, локация, в том плане, что вот можно просто посидеть и проводить закат. У нас тут как раз, кстати, тоже идет дело к закату. И, кстати, вообще здесь было закрыто. Люди, видимо, открыли. Вот даже таблички. Видите? Но как-то так. Вот она, площадь. Тут сегодня, так как 1 мая, еще проходят всякие развлечения для детей. Вот. Например, перетягивание каната. Пройдемте с вами сейчас, посмотрим, да, чтобы заценили атмосферу, как здесь. О, взрослые даже включились во всю эту историю. О, перетягивают. Вот такая, ребята, у нас атмосфера 1 мая. Вот такие дела. Так, эта команда выиграла праздник, вот видите. Так, здесь еще какие-то. Так, я не туда пошел. Интересные штуки. Ой, понятно, короче. Разбиться можно на этих. Как утки прикрепили. Так, и все, мы, смотрите, с вами попадаем как бы на центральной улице. На центральной улице есть такая большая столовая рис. Она сетевая в Сочи, очень вкусная и по ценникам нормально. Мы сейчас с вами пройдемся еще по самому морскому вокзалу, там посмотрите яхточки, да? Так, а тут, что я хотел вам показать, как из лайфхаков, вот делюсь с вами лайфхаками, как бы себе назло, как говорится. Вот уходит туда улица, вот запомните, вот этот Сбербанк, да? Там есть бесплатная парковка. Кстати, наша машина черная тоже торчит, мы всегда паркуемся тут, то есть так, официально, чтобы вас не забрали. Но вроде как она платная, но никогда вообще не платили. Вот, и в принципе никогда ничего не прилетало. Не знаю, может быть, когда-то нами прилетит. И вот мы с вами уже попадаем как раз в сам морской порт. Здесь очень атмосферно. Я когда снимал выпуск про топ бесплатных мест Сочи, которые точно стоит посетить, конечно, морской вокзал в этот топ обязательно попал. Здесь своя атмосфера, очень крутая. А вот теперь слушайте, сколько раз предложат покататься. Их очень много, здесь поменьше. Дальше, куда мы сейчас с вами попадем, там будет еще больше. С виду, как выглядит
Морской вокзал очень красивое здание, прям архитектурное, прям очень классно написано, надпись Сочи. Ну клево, клево. Мам, я не могу ничего бежать домой. Единственное, что мне не позволит дрон облететь здесь, потому что, во-первых, воинская часть прям, да, и у меня сразу же идут помехи, дрон отлетает буквально на несколько десятков метров, и на этом все. А здесь, я думаю, что вообще никак не поднимется, учитывая, что тут безопасность такая на высшем уровне, везде камеры стоят. Это какой-то должен быть хороший дрон, чтобы запустить откуда-то с другой улицы и сюда прилететь. Так, что касается яхт, да, по ценам, здесь, в общем, от 800 до больше, но средняя цена это где-то 1000-1300 с человека. То есть, в принципе, недорого. То есть, в катере все собираются, забиваются, и все, и вы отправляетесь кататься по морю, в открытое море, смотреть на закат. Вот, 9 мая, кто здесь будет, можно также отправиться на катере вечером и посмотреть салют. А можно вот на площади, где мы были, собраться, и здесь будет такой большой концерт. Вот, вот видите, сколько менеджеров, все предлагают эти катера. Ой, очень, видите, нет, спасибо, нам не нужно. Так, смотрите, давайте еще, всех же беспокоит эта тема. Туалет, вот тут 30 рублей. Так, проходим дальше. Здесь по-прежнему стоят яхты, катера, есть рестораны Бригантина. Вот опять предлагают, видите? Вот ребята уже покатались, припарковываются. Вот видите, считайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек на яхте. То есть, в принципе, ну, получается немного. То есть, вы там не табуном катаетесь. И здесь вот такая вот толпа. То есть, люди выходят, люди заходят. И получается вот как-то так. Так, обгоним. Вот, ребята, вот такая вот тут атмосфера. Причал номер 9. Интересная вот такая смотровая площадочка. Можно подняться, посмотреть, какой тут вид. Ну, виды, конечно же, ну, классно. Что не сказать, тут классно. Так, давайте покажу вам еще, как курортный проспект, по-моему, называется. Здесь будьте готовы, кто приедет на машине. Тут всегда пробка. С той стороны туда, в ту сторону. Здесь всегда можно стоять очень-очень долго. Из рекомендаций могу вам порекомендовать вот эту пиццерию Лимончини. Очень вкусная и по ценникам вообще адекватная. Вот, ребята, вот такой вот центр, вот такая обстановка 1 мая. Эх, пляжи не успели открыться. Ну да, ладно. Как вам центр? Пишите в комментариях. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Поддерживайте выпуск лайком, уделите одну минуту своего времени, сделайте репост данного видеоролика, чтобы, возможно, ваши друзья, коллеги, знакомые, родственники соберутся в Сочи в эти праздники, увидят, какая здесь обстановка, и сделают для себя правильный выбор, где им остановиться. Пишите свои комментарии, как вам центр, какой вам пляж понравился и вообще понравились ли вам пляжи здесь. Кто катался на катерах, пишите, как вам прогулки на катерах здесь в Сочи. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял, всем пока. Посмотри на себя, как за несколько дней любовь любит людей.